Современная компания принесла много нового в стандартную систему питания. В первую очередь, с приходом альтернативы изменился рацион школьников. Компания пропагандирует здоровое питание. Большинство учащихся выбирают полноценные обеды с первым блюдом. Для удобства родителей и прозрачных расчетов внедрена система безналичной оплаты питания. Ее используют родители уже более 4000 димитровградских школьников. Уже больше месяца пользуемся новой системой. Сначала, конечно, было непривычно, но сейчас уже оценили удобство. Не нужно давать денег ребенку. В любое время можно заплатить или в Диксисе, или в Сбербанке. Все операции могу посмотреть в личном кабинете. Теперь всегда знаю, ел ли мой ребенок. Для того, чтобы перейти на безналичную систему оплаты питания, родитель должен заключить договор. Можно это сделать в школе, либо прийти к нам сюда в контакт-центр, который находится по адресу Хмельницкого, 100А, кабинет 305 или 318. Учет всех операций на счете ребенка контролируют операторы контакт-центра. Родители в основном к нам обращаются по вопросам заключения договоров, изменения плана питания, снятия детей с питания. Ежедневно мы формируем по классам и рассылаем по школам списки и вывешиваем на специальных стендах. В итоге учителю остается только собрать группу детей и отвезти их в столовую. Альтернатива закупила во все школы комплекты ноутбуков и принтеров, провела обучение заведующих производством в школьных столовых по работе с системой для того, чтобы сделать передачу данных более оперативной и снять со школ нагрузку по учету питающихся детей. Телефоны контакт-центра «Альтернативы» 4-43-13 и 4-43-12. Татьяна Рисеева, Анжелика Боровинок, новости Димитровграда.